Первая основа, да, ихлас, искренность. Противоположностью ихласа, искренности, является ширк, многобожие. Посредством познания противоположностей проясняются вещи. Первая основа, чтобы ты искренне посвящал религию только Аллаху. Не принимается никакое поклонение, кроме как при искренности и исследовании пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если в поклонение зашел ширк многобожий, то оно портит его. Сейчас ты совершаешь намаз и стараешься, чтобы из тебя не вышли газы. А если газы вышли, то поклонение становится недействительным. И как же ширк многобожие? Если оно входит в поклонение, то оно портит это поклонение. И, возможно, портит все твои поклонения. Искреннее посвящение религии Аллаху, причистованный возвышенный, является основой из основ. Мы созданы ради этого, для ихласа и искренности, чтобы мы посвящали поклонение только Аллаху, причистованный возвышенный. И автор хотел разъяснить, что искренности и ихласу с этой стороны противопоставляется многобожие ширк. И если человек умирает на малом многобожии, то он в аду навечно? Нет. Наказывается соразмерно ширку, затем заходит в рай. А за большой ширк навечно остается обитателем огня. Если покаялся, Аллах прощает ему. И вот это первая основа. Ихлас, искренность и противоположность ей является ширк.